В Баку состоялся Азербайджано-Черногорский бизнес-форум. В мероприятии приняли участие около 150 компаний из двух стран. В рамках бизнес-форума обсуждались новые перспективные направления экономического сотрудничества. Хорошие политические отношения, которые существуют между Азербайджаном и Черногорией, создают основу для расширения и углубления экономических связей. Об этом на проходящем Баку бизнес-форуме «Азербайджан-Черногория» заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сагиль Бабаев. По словам министра, между странами наблюдается динамика развития экономических связей. В последние годы значительно вырос товарооборот и объем инвестиций между двумя странами. Азербайджан организовал большое финансовое вложение в строительство крупного туристического центра в Черногории. Министр отметил, что Черногория имеет и важное географическое расположение. Связи между Монтенегро и Азербайджаном динамично развиваются. Наши отношения строятся на основе партнерских и дружественных связей. С каждым годом увеличивается объем взаимных инвестиций как со стороны частного сектора, так и с государственного. В частности, наибольшую активность азербайджанских инвесторов мы наблюдаем в туристической и финансовой сфере. При этом существует множество перспективных сфер, которые до сих пор не активизированы. К примеру, азербайджанские компании смогут получить доступ на рынки Европы и в балканские страны через территорию Черногории, что позволит значительно сократить временные и финансовые затраты. В этой связи цели данного форума предельно ясны – расширить и углубить сотрудничество в политической, экономической, социальной и гуманитарных сферах. По словам премьер-министра Черногории Душко Марковича, Азербайджан является основным прямым иностранным инвестором в Черногорию, и для увеличения объемов инвестиций страна готова предоставлять широкий диапазон преференций для предпринимателей, стимулирующих инвестиции. В настоящее время мы заинтересованы в развитии северных районов Черногории и считаем потенциал экономического сотрудничества между двумя странами нераскрытым. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры. Мы приглашаем азербайджанских инвесторов вкладывать средства в данные сферы, а со своей стороны предоставляем широкий спектр стимулирующих инвестиций мероприятий. Азербайджан уже вложил 260 миллионов евро в проект «Порто Нови». Наши страны также активно сотрудничают в сфере энергетики, примером чему является проект газопровода ТАП. В Черногории также создан банк с азербайджанским капиталом, демонстрирующий успешные показатели. Отметим, что в бизнес-форуме «Азербайджан-Черногория» принимает участие 150 компаний из обеих стран. В рамках мероприятия для компаний организована площадка для встреч в формате B2B. Фуат Барам, Фируз Рагимов, CBC.